Свыше 12 тысяч человек перевезли поезда КТЖ в период паводков. Среди них пассажиры, вывезенные из зон подтопления, сотрудники личного состава Министерства обороны и Нацгвардии, а также дети, доставленные в лечебно-оздоровительные центры. Больше 20 тысяч железнодорожников мобилизовали для борьбы со стихией, а также собрано несколько тонн гуманитарной помощи. Кроме того, нацкомпания выделила 2 миллиарда тенге регионам, пострадавшим от паводков. На данный момент размывов магистральной инфраструктуры нет. Железная дорога функционирует в усиленном режиме.